перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Пиздец, блин, просто, конечно, конкретно, да? Всем. Где же? Это баскет зашел в доту, я пока ее только устанавливаю. Неправда. Правда. Не ври. Я пойду мангли. Доедем. Че, мне эту хуйню надо забрать, да? Которую они оставили. Машинку тут надо забрать, да? Да. Что это на тебя за ремень такой? Версачи. Велклетик взял. 80. 90. Там был такой пиздец, блядь. Вот такой. Да не, нахуй с бляхами такими. Да, большой. Ну зачем он нужен вообще? Ну он столько стоял. Конечно. Там сумка была, барсетка, Версачи крутая вообще. Ну, на самом деле, вот этот Ларока, вот этот такой говно. Там да там нихуя нет вообще. Ничего вообще отстой, зашел туда и вышел сразу. Санек, на экстру пошел. Все, не прощаем, что я шукаю. Давай, мужик. Да, сейчас прям. Посмотрел, короче, знаете, что сейчас посмотрел? Угадайте, какой клип я посмотрел сейчас. Андреев Боут, который написал. Ты прям чувствуешь вообще. Я посмотрел клип Тимати и Егора Крида. И я в полном ахуе. Интересно, кто им эту гениальную идею подкинул? Короче, посмотрел клип ваш. И в клипе я послушал ваш текст и вообще посыл. Вы говорите о том, что вы высмеиваете типа Лил Пампа и Текаши, это понятно. Но мне непонятен ваш посыл насчет того, что вы типа сами всего добились в жизни и... Ваша карьера, это чисто вы сами построили свою карьеру, и вам никто не помогал и так далее. Это полное вранье, и все об этом знают. Просто не понимаю, зачем вы выпускаете клипы, где молодежи говорите, что вы типа сами всего добились, а надо типа самого, ну, добиваться всего своими силами. Там я про рифмы про папу слышал там и так далее. А разве не вы выехали за счет как раз папы, нет? Вы же за счет папы и выехали, нет? Или я не прав? Может, миска пожар? Миска? Ну, филе я бы не делал барбекю, филе я бы просто пожарил, братан. Ну, можешь сходить мясо взять и пожарить еще мясо. Ну, вот, мясо.
В общем, вранье сплошное. Зачем? Зачем опять вранье-то? Рунарчик, привет. Как твои дела? Как твои дела, брат? Поясни за смоки. Не знаю, что пояснять за Сашу. Если вы не знаете, кто такой Саша и его музыку, значит, вы ни черта не знаете о русском хип-хопе вообще. Чтобы Смоки Мо понимать его тексты и некоторые его мысли, надо просто включать голову свою. То, чего люди не умеют. Точнее, не умеют, а не хотят в наше время делать. Да? Руся. Руся! Смотри, кто там сидит у меня. Кубик! Костян, ну как ты? Демоны. Отлично, отлично. Благой, благо он не ушел, я его исключил, потому что парень не хочет ничего делать. Исключение было сделано. Я бы не догнал, я его нахуй просто выслал. Потому что я не держу вокруг себя людей, которые проводят время с не очень правильными людьми, это раз. А во-вторых, которые просто его останавливают от работы, от производительности его. И так далее. К сожалению, наши пути с ним разошлись, потому что я не держу людей, которые не хотят работать и развиваться. Я люблю людей, которые любят чего-то добиваться в жизни и стремиться к чему-то. Как-то так. Зачем мне держать каких-то типа, ну, проходимцев? И тем более то, что Благой, конечно, хороший пацан и добрый, я с ним давно познакомился, но его интересует другая компания, та компания, которой я даже, ну, руку бы даже не подошел, не пожал, как бы, о чем тут речь. Как-то так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Каков твой менталитет? Мой менталитет, не знаю. У меня свой менталитет. У меня свои взгляды на жизнь. Я посмотрел уже клип, я уже все сказал по поводу клипа. Ты пропустил, надо было раньше заходить. Зачем третий браслет? Чтобы было больше айса. Айс, айс, бэйби, ага, агара, хоула. Нигга, you's a nobody. You got no one. Bam, 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 bam. These niggas know about me. Step up on the scene. Сколько карат? Я не помню, сколько карат камня. Сейчас я покупаю цепочку, у меня там весы по кругу. И внутри S1 камень.
Большой такой, огромный. VVS столько стоит, пиздец вообще. Ебанутое количество денег. Просто больные. Типа какие-то редкие африканские камни. Будешь ли ты когда-нибудь участвовать? Найн. Привет, Карина. Пам-пам-пам-пам-пам. Здравствуйте, здравствуйте, ребят. В общем, на самом деле просто зашел, просто посмотрел клип, этот охуел. Привет. С прошедшим, спасибо. Стыд, да не стыд, просто как-то смешно от таких людей слышать то, что они сами всего добились в жизни. Сколько исполнилось? 29 лет исполнилось. Ладно, все, ладно, блядь, опять про экстенсионные вопросы, блядь. Ну как ты? Я отлично, Карин. У меня все хорошо. У меня все супер. Я хочу сыграть с баскетом в доту. Я не играл в нее год. И я, мне кажется, сейчас буду очень сильно тупить. Реально. Fish scale блеск. Я влетаю дерзко, мэн. Вчера был трудный день, я вышел поздно прямиком из отделения. Где ты был, когда я был никем, теперь ты приходишь со своим ебучим мнением. Тебе лучше съебать, потому что летит ураган. Ты такой маленький, жалкий, никчемный, сука, ты как таракан. Ей нет 18, но на мне 18 карат. Мне бы накинули пару лет за нее, и это гарант. Полностью забитыми бабками кейс, сливаю твой любимый на фейс. Тащу всех опущенных в лес и казню этих рэперов, будто я Джейсон, блядь. Планета ведь круглая, к тебе все вернется, хуже этот ебаный глобус. Если так, сочи, пидоры, надеюсь, тебя собьет нахуй ближайший автобус, блядь. Маны. Обнял вас всех. Хорошей вам недели, ребята.